тоже началась новая гонка, Incursion Event. Ну, я на ХК, как обычно, играю, не на SF, а на обычном ХК. Это у меня арк, тотемщик. Я пока только одну лабу прошел. Вкачал вот талант на Pursuit of Fate, это два тотема. Ну и плюс бафчик за каждого убитого врага. Конечно, это будут криты. Вот уже я чуть-чуть криты вкачал. Конечно, это будут криты. Скоро пойду во вторую лабу. Это восьмой акт. Ой, то есть даже девятый. Девятый акт. Только что восьмой прошел, я даже еще босса не убивал. Вот того водяного. Надо будет потом вернуться. Это кровавый акведук. Как можно заметить. Я не буду его долго фармить, на самом деле. Я не люблю этого. Просто чуть-чуть покажу персонажа. Вообще арк, его типа очень бафнули. Им дофига стопотеры играют. Но я решил через тотемы. Потому что я играл арк минами в этой лиге. Поэтому мне захотелось разнообразия. Потому теперь это тотемщик с арком. Тоже очень мощно, плюс он танковитый достаточно на самом деле. Не то что саботер. Саботер он все-таки глаз кэнон больше такой. Не супер танковитый. Очень много экспы. Ой. $70 миллионов экспы в час. Неплохо, я думаю. Я не вижу смысла озеро фармить все равно. То есть кровавый акведук. Левел у меня и так высокий. Уровень вообще высокий из-за того, что очень много мобов. Вот 64-й. Разломы. Люблю разломы. Моя любимая лига из всех разломов. Эш, это опасно. Ой. Играю с момом. Я, кстати, моб давно взял уже. Ой, это не то. Вот он, мом. Я его давно взял уже. Люблю разломы, они типа могут быть риповыми. Но все равно люблю разломы. Так, чтобы вкачать хпшки, вроде достаточно. Можно, на самом деле, вот этот талантик взять и вот эти. Окей. Одежка у меня такая себе. Ну, я старался как можно больше резистов, конечно, набрать. Сейчас надо будет пойти лабу выполнить. Я как можно быстрее Ancestral Bond брал. То есть я уже во втором акте с двумя тотемами бегал. Уже во втором акте. Ну, я к этому типа стремился как можно быстрее. А чё медлить, правильно? Кстати, где моя коробка? Что это? Вот она, моя коробка. А ну-ка. Автоматон декор.
Класс. Ну ладно. Мне типа везло на микротранзакции. Мне вот этот портал выпал крутой. Ultimate Chaos портал мне выпал как раз с коробки. Наверное, всю жизнь буду за это RNG расплачиваться. Вот, вот этот портал мне с коробки выпал. Это мне, наверное, на 10 лет вперед. RNG. Ладно, как-то так пойду сейчас слабо делать. Не хочу это на OBS записывать, на самом деле. Чтобы не было там никаких лагов. Очень хорошо инкаржены зачищаются. В храмы я пока не ходил. Но инкаржены я типа зачищаю периодически. И тоже вот зачистка хорошая. Ну, вообще типа это тапнутый скилл очень. Арк. Вообще он хорошо зачищает. В принципе все. По сути и босса всех убивает. Не ваншотает. Типа у минера больше урона. Ну у саботера. Больше урона, чем у тотемщика. Вот тут я тоже тотемик мастере вкачал. Вот тут урон вкачал. Ну и чё, у меня живучести тоже много. Вот. Иерофант танковитый, как я сказал. Я не знаю, что я вкачаю во второй лабе. Либо 4 тотема, либо заряды. Мне кажется, что, наверное, это тема в каче. Наверное, это тема, да. Заряды это уже в третьей лабе. Это типа еще не критовый вариант. То есть я еще в криты не переходил. Они у меня вкачаны, но именно в криты я пока не переходил. Наверное, мне надо будет Control Destruction снять. Потому что, ну, проблема, конечно, с критами. У меня всего лишь 4 линк, 5 линка пока нет. Наверное, надо будет Control Destruction снять, когда я уже с критами буду играть. Ладно, как-то так.